Владимир Владимирович полетел в Баку, забрал карабахских пленников и привез их в Ереван. И попросил Ильхама: слушай, Ильхам, Владимир слушай, Владимирович никогда такого не сделает. Вы Он знаете, может это без поездки сделать, Алексей Алексеевич, одним звонком. Мы же знаем с вами прекрасно. Но он даже этого звонка не делает. К сожалению, он не может это сделать одним звонком, если то, что я знаю из Баку, правда. А у меня и в Баку есть знакомцы и друзья там в окружении Ильхама. Да? К сожалению, как раз для этого нужно было бы сесть в самолет. Реально. Или послать свой самолет. Реально. Что в свое время, кстати, Алиев-старший сделал. Да, абсолютно справедливо. И вот это был бы очень мощный жест в сторону Армении. Очень мощный жест. Вот. Пока он не сделан, но, знаете, я пока жизнь не закончена, я всегда думаю, что всегда есть шанс сделать что-то милосердное.